будущем распаде Украины рассказал известный математик, предсказавший развал СССР еще в 1986 году. Мы хотим спасти человечество, потому что сейчас человек опасность, сейчас через политику, через войну, через вирус, через чего? Потому что верующих людей, говорит монах, мулах и так далее, люди так не верят. Политики говорят, не верят. А когда математики говорят, как физика говорит, как ученые говорят, все верят. Находящийся под защитой ЮНЕСКО и ООН как достояние человечества, гениальный математик Мохаммад Сидик Афган рассказал о будущем Украины, о ее разделении на несколько государств. Мохаммад Сидик Афган сделал и другие важные предсказания, в том числе о Третьей мировой войне, о судьбах мира и России. Сегодня он настолько знаменит, что на прием к нему выстраиваются очереди из известных людей, политиков, представителей шоу-бизнеса. Что касается Украины, то на основе своей таблицы и математических формул гениальный математик предсказал войну на Украине еще задолго до начала гражданского конфликта на Донбассе. Помимо этого, Сидик указал, что вслед за Донбассом из состава Украины начнут выходить и другие области. Причем это касается не только восточной части страны, но и ее юга и запада. По его прогнозам, в составе Украины останутся только несколько центральных областей. Потому что все говорят, расстояние между Солнцем и Землей такая, все верят, потому что везде никуда не померил, все верят. Мы через науку хотим, да, это наука. Для блага человечества, под руководством вас. Мы имеем дело с реальным математическим прогнозом, который сделал человек, охраняемый ЮНЕСКО и знаменитый тем, что его прогнозы обычно имеют тенденцию исполняться. Привал окончен. Впереди переход в новый мир.